Не спим, а? Это ж сколько лет? 3 месяца. Ах, месяца. Уже говорит? Учится. Учится. Ничего, научится. Всего вам доброго. А, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, как, на папе ездим уже, да? Привет, ветеранам, отдыхаем? Отдыхаем, дорогой. Какой хороший человек, вежливый, культурный, младший. Может быть, эти добрые люди и правы, я не совсем плохой человек. Ну, воспитанный, во всяком случае. Но сегодня я играю человека за рулем, потому что, когда мы садимся за руль, не все, конечно, некоторые, и иногда, то я, конечно, по себе сужу. А в общем, смотрите, может быть, узнаете кого-нибудь из своих знакомых, а может, и самих себя. Этика водителя. Кадр 1, дубль 1. Сейчас будет красный. Ну точно. Ну красный. Только спокойно. Ой. А теперь вперед. И главное спокойствие. Ты куда? Куда? Ты что, быстрее всех ездишь, да? Ты быстрее всех ездишь, да? Тебе быстрее всех надо, да? И жон ты. У него шестерка. О, у него шестерка. На грузовике надо ездить. Женщина за рулем. Это же катастрофа. Дома надо сидеть, детей воспитывать. Вон и сколько по улице шатается. Эмансипация. Эмансипация. Распустились и все. Не умеешь, понимаешь, ездить, поплавай! Ну ты вообще! Акваланг надо с собой возить! Вы представляете? Я, понимаете ли, езжу. А он мне навстречу, козел! Видали? И все торопятся. Куда торопятся? На тот свет. Там и будем, там и встретимся. Только я попозже, а вы пораньше, вот так. Куда? Куда он едет? Хорош. Бензинчику тебе. А бензинчик рассчитывать надо. На 100 километров 10 литров. Что такое? Что случилось? Тут недалеко. Подвезите, пожалуйста. Вот плохо с мужем. А что с ним? Радикулит прихватил. Не прихватил, а перехватил. Видишь, как его согнуло? Это не радикулит, а ракоцители. Я ж по зигзагу вижу. Туристы. Пить надо меньше. Ну ты вообще, бревно ты в душе. Он, видите ли, по главной дороге едет, его надо пропускать. А этика водителя у тебя есть или нет? Кадр последний. Вот и все. Надеюсь, все ясно.